Вы видите, как замечательно в песнях вся наша история. Огромную роль сыграла гармонь в годы Великой Отечественной войны. Когда пришли года лихие, запахло в воздухе войной, на фронт ребята молодые гармошку увезли с собой. Десятки верст, промчавшись в танках, пройдя сквозь тысячи атак, гармонь в окопах и землянках лечила музыкой солдат. С берез неслышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно в забытии сидят и слушают бойцы, товарищи мои. И сейчас, дорогие друзья, я приглашаю на эту сцену своих товарищей, с которыми мы колесим по Кобринскому району. Это ансамбль гармонистов «Кобринские гармонии». Только за прошлый год коллектив дал около 200 концертов на всевозможных площадках. И это были не только залы домов культуры, это было поле, весеннее поле и летнее поле. Они выступали и во время уборки, они выступали в маленьких деревеньках. А 30-31 июля прошлого года они принимали участие в открытом региональном фестивале гармонистов в городе Ельске. И там они получили диплом второй степени. А за то, что играли участникам уборочной страды механизатора, они за это получили диплом первой степени в областном соревновании среди творческих коллективов нашей Брестской области. Ну а сегодня этот замечательный коллектив играет для вас. И они исполнят для вас любимые мелодии – вальс, карапет, или как в народе его называют – лысый, и, конечно же, наша любимая белорусская лявоника. Итак, Кобринский гармоник!